есть ли будущее российского металла. Но я считаю, что в принципе нет понятия, что там российский металл или прочее. Я считаю, что если есть хорошие группы, у них есть будущее. Если есть плохие группы, то, наверное, у них будущего нет. Но я надеюсь, что мы хорошие группы, у нас есть будущее. Если играть, конечно, бессмысленный набор аккордов, бессмысленный набор рифов и какие-то делать глупые тексты, то, естественно, у такой музыки нет будущего, независимо от того, металл это, не металл. А если песня интересная, хорошая гармония, интересный смысл заложен, красиво это все качественно записано, то, безусловно, у такой музыки есть шансы стать чем-то интересным, понравиться слушателям. Мне кажется, будущее у отечественного металла есть, но, возможно, металл будет выглядеть не так, как он сейчас звучит. И совсем недавно у меня возникли такие мысли, если перестанут существовать уже мастодонты нашего металла, то и сама стилистика, и желание новых коллективов играть ту музыку, которая была 20 лет назад, 25 лет назад, повернет в другую сторону. Металл уже совсем другой будет. Если у нас будущее, ну, будем надеяться, что есть. Ну и, естественно, и мы будем стараться помочь этому.